Всем доброго времени суток, с вами Виктор Князев. Сейчас я покажу вам несколько интересных и полезных возможностей работы с окнами Windows. Вот мы имеем обычный рабочий стол, на котором мы с вами занимаемся своими делами. И допустим, нам необходимо, чтобы вот это рабочее окно, вот этого проводника было на весь экран, чтобы нам можно было что-то найти или разглядеть. Мы берем верхней мышечкой за верхний край этого экрана, этого окна, подводим к самому верху нашего экрана, и видите, появляется такой отблески. Это целое окно. Сейчас мы отпускаем, и наш экран становится полным во весь наш рабочий стол, то есть во весь экран вашего компьютера. Таким образом, это одна из функций. Теперь для того, чтобы нам просто берем его обратно, отводим от верху, и он становится тем, каким был. Если нам необходимо сделать так называемых два окна, чтобы работать в одном окне с рабочим материалом, в другом окне с видео или с какой-то книгой, мы делаем следующим образом. Мы берем, если нам это окно вправо нужно ввести, за левый край берем это окно и ведем до упора, пока у нас не появится вот такое вот окно. Видите, появилась рамочка такая. Мы отпускаем то окно, которое мы выводили, и оно становится в пол экрана нашего. Теперь, чтобы нам сделать то окно, которое мы будем изучать, вот оно у нас было, допустим, на весь экран, мы также берем его и ведем влево. И оно автоматически, вот видите, становится рядом с ним в одинаковых пропорциях. То есть теперь у нас с вами, здесь у нас книга, которую мы изучаем, здесь материал, по которому мы работаем, как пример. И для того, чтобы обратно вернуть, допустим, все, мы берем, просто отнимаем отверху, и наше окно становится в том виде, в котором оно было. И еще одну интересную функцию я вам покажу. Это как нам добраться до рабочего стола. То есть закрывать все эти окна, которые здесь есть, порой бывает проблематично. То есть мы берем за любое окно, которое нам перед нами самое активное, мы берем и начинаем его резко трясти. И все окна, которые были вокруг, они уходят. И перед нами чистый рабочий стол. Мы можем смело найти наши ярлычки, которыми мы только что хотели заняться. То есть вот таким образом мы, используя вот эти несколько функций работы с окнами, можем легко себе обеспечить и упростить работу с нашим компьютером. Чего я вам очень желаю, и до новых встреч!